Нашел я палатку, которая не доставалась с года так с 87-го, наверное. Натянули ее так чутка. Оказалась не двухместная, одноместная. Тяжелая, притяжелая. Ну, так комфортненько. Окошечко есть. Вот я не знаю, промокает она или нет. Возможно, и промокаемая. Буферок. Вот так вот выглядит она. Надо покупать уже современную, конечно. Такую вывозить она очень тяжелая.